Всем привет, всем доброго дня. Вы на канале Я Кубики Лайф или Дом у озера. Мы рассказываем на нашем канале, как купили старый дом и строим его под современный. Смотрите, как здесь превосходно. Солнышко, ветра нет, штиль, рыбаки ловят там вдалеке. Вообще ни одной волны. Класс, вот так я люблю ловить, когда видно поплавочек, нету волн. Сегодня мы будем продолжать делать стену в ванной комнате. Значит, буду уже, как я говорил, сделаю, покажу, потом расскажу, что я делал. Значит, вчера я сделал без вас короб для инсталляции. Сегодня будем продолжать делать непосредственно саму стенку. Так, показываю, что получилось. Сразу смотрите, сколько инвентаря я принес вчера. Я вчера работал до часу ночи. Смотрите, вот что получилось. Вот такой короб. Зашился. Так, зашивается сбоку, сверху, здесь сбоку. Значит, как я говорил, смотрите. Направляющие, они крепятся к инсталляции. Вот я прикрепил вот эту направляющую. Вот, чтобы так видно было, с такими прорезями. И к стенке направляющую сделал. И между ними усилил эту стенку. Также сделал здесь сверху направляющая пристенная к стенке. Сюда направляющая. И между ними скрепил, будет ложиться гипсокартон. Значит, смотрите, как я сделал. Здесь был широкий такой металлический профиль. Здесь этот узкий сделал, потому что здесь надо было выровнять. Вот этот брусок был, мне надо было немножко выше сделать, чтобы усилить. Все, схема такая же. Направляющая пристенная, направляющая пристенная. Здесь делается усиление. Значит, что, как я рассказывал в видео, что вот этот короб мы будем делать, мы его делать не будем, потому что это будет этот аппендикс, этот пупок торчать, нам это вообще не надо. Мы его будем штробить в эту стенку. Значит, сегодня постараюсь сделать вот эту стенку, нам надо сделать. Вот эту, смотрите, мы сделали короб. Сейчас будем загораживать вот эту стенку. Таким же путем, как я говорил, будем делать вот такие крепления. Сюда будет металлический профиль. И будем уже по уровню, лазерному уровню, выравнивать эту стенку. Все, будем начинать работать. Поехали! Я переделал этот умывальник. Выштробил там, где и шли трубы, и сделал ближе к стенке, чтобы зашить как можно меньше, захватить площадь ванны. Значит, это я сделал. Потом, смотрите, по уровню лазерного, но он просто так стоит, это сейчас не по уровню. Отбил на стенке, сколько, какая глубина у меня будет стенки. Сделал перфоратором отверстие. Забил дюбеля и вот прикрутил. Вот, раз. Два, там три, четыре. Лист гипсокартона, значит, в ширину 1 200 м. Ну, 1200 будем называть. Значит, я отмерил от этой стороны до той стенки размер. Значит, будем брать, будет прикручиваться гипсокартон с одного края, посередине и с другого края. Значит, я отмерил с этой стороны 60. Вот, черточка. Потом здесь 60, 1 20 м. Здесь будут состыковываться два листа. И беру уровень и провожу сейчас его снизу до верху. Потом буду крепить вот эти вот закрепляющие элементы. Здесь, значит, край гипсокартона 2 будет закручиваться. Здесь 60 сантиметров. И здесь конец этого гипсокартона. Вот здесь будут идти профиля металлические, которым будет прикрепляться гипсокартон, значит. Потом, когда мы установим эти металлические профили, будем их еще усиливать по бокам. Так что сейчас очерчу по уровню эти линии и приступаем к прикручиванию этих вот таких штучек. Я не знаю, как они называются. Будем называть их, не знаю, там, закрепляющий какой-нибудь элемент. Thank you.
Все, очертили. Сейчас прикручиваем вот эти крепления. Значит, что, будем где-то брать низ вверх и две посередине. Здесь одно. Таким этапом, вот смотрите, прикручиваются, эти отгибаются ушки, потом будем туда металлический профиль засовывать. Вот такой, раз, два, три, четыре, раз, два, три, четыре. И так здесь тоже, здесь делаем раз, два, три, раз, два, три. Все, сделаю, покажу. Прикрепили крепеж, 4, 3. Смотрите, с этой стороны я еще не крепил здесь, потому что здесь я буду долбать перфоратором, выдалбливать под канализацию на второй этаж. Я здесь выдолблю, трубу поставим и здесь сделаю этот вот металлопрофиль. Будем делать так, знаете чего, потому что здесь гипсокартон должен зашиваться при стены, сюда при стены прикреплются. Но так как здесь будет труба, нам не к чему будет ее прицепить. Мы будем, вот, я думаю, такое придумать. Вот так сделаю. По уровню тоже так. Он считает почти вот этот размер, как нам надо, стенка. Прикрепим его после трубы. Все, значит что? Тот по уровню. Сейчас я выставлю вот этот сначала профиль, отмерю, вырежу. И потом будем правилом кидать. И выравнивать, вот эти прикручивать. Здесь я еще ничего не буду делать. Вот здесь. Это я потом сделаю. Когда мы уже купим умывальник. Женька, поедем завтра. Купим умывальник. Потому что я делаю эти стены, чтобы узнать, сколько расстояния нам смотреть умывальник. Ну, примерно стандарт идет 60 сантиметров. Ну что, потихонечку, потихонечку справляемся. Смотрите. Сейчас я приберусь. Смотрите, вот, значит, один профиль, второй профиль, третий профиль. Как я и говорил, там потом сделаем. Значит, как я делал? Я вот уровень выставил по боковому направляющему. Поставил сначала эту металлопрофиль. Тоже по уровню. Потом я приставлял правила и эти два остальных сделал правилом. Ну и присматривал, смотрите.
Я прилажу его от одного края до второго края. Смотрите, видите, плоскость стены вся идеальная, все прилегает. То есть так и приляжет гипсокартончик. Ага, как я? Уже освоил такие специальности, как электрик, сантехник. Уже мы занимаемся с вами отделкой дома под гипсокартон. О, даем. Все, все умеем. Будете смотреть мой канал, ну все, просто все вы будете уметь. Все, видите? Чик, следующий этап какой? Следующий этап у нас будет обед. Обед, следующий этап обед. Я что же не робот, не буду работать без обеда, правильно? Смотрите, следующее расскажу, потом покажу. Сейчас будем укреплять стенки еще между этими металлическими профилями. Значит, будем здесь, понятно, здесь засунули в этот направляющий. А здесь, ну я покажу, здесь будем обрезать. Здесь вырезать будем, загибать ушки и прикручивать к этому профилю. Все будет хорошо. Значит, сколько сделаем? Раз, два, три. Поверху будем делать, хотя вверх нам будет потолок. Вот я думаю делать между этими. Здесь. Раз, два, три. Здесь. Ну да, по три штуки. Итого нам надо будет. Раз, два, три. 9 штук. Немало. Поиграться надо будет. Все, смотрите. Идите пообедайте. Доли секунды для вас даю. Ну что, для вас доли секунды, для меня полдня. Ну ничего, я это делаю впервые. Смотрите, что получается. Красота, да? Все, смотрите. Как я вам показывал, вы видели вертикальные металлические профиля. И потом я их усилил горизонтальными, видите, между ними. Как я делал? Запиливал, отгибал такие усики и прикручивал с этой стороны и с этой стороны. Все, она стягивается. Живо стоит как конь. Еще, значит, смотрите, здесь буду делать такой каркасик. Повторюсь, здесь будем покупать умывальник с тумбочкой. Умывальник будет стоять на тумбочке. Мне надо будет знать, как крепится тумбочка. И под тумбочку сделаю каркас, чтобы не висел, допустим, что я на гипсокартон, ж не буду его крепить. Здесь делается каркас. И будем прикручивать уже тумбочку в дальнейшем. И здесь еще по низу пущу такой профиль. Вот так профиль, как раз тут. Вот такой. Сделаю, чтобы низ гипсокартона прикрепить. А так в основном задача как бы сделана. Каркасик, стенный каркасик, инсталляция каркасик. Значит, что, начинаем. Начну понемножку, посмотрю, выдалбивать стенку под этот, под трубу на второй этаж, чтобы был туалетик. Вот там у нас будет загвоздочка. Там, видите, я заливал армопояс. Там надо будет чуть-чуть выдолбить 45-ми двумя, уйти туда в сторону, выпилю там немножечко деревянной стенки и загоню наверх. А так, вроде бы, смотрите, ну блин, ничего, так поработали мы с вами, да? Класс. Вообще меняется совсем по-другому это. Ванная комната. Таким процессом будем делать еще потолок. Здесь потолок сделаем. И будем такой сайдинг, он такой, такой пластмассовый, такой широкий. Потолок заделаем сайдингом, вот это гипсокартон. И будем уже укладывать плиткой все. Какой плиткой еще, мы с Женькой думаем. Но она не будет ни цветная никакая, будет темно-серая такая или светлая. Не будет там синяя, красная, желтая. Такое. Такой радуги не будет. Все, вот так поработали. Смотрите, вот так я обошел трубу. Здесь держится. Я здесь на такие завесы тоже, видите, прикрепил. Так болтается. Ну ничего страшного, главное вверх, вперед-назад не ходит. Она когда в гипсокартоне скрепится, будет стоять мощно. Вот так. И это еще надо взять раствор, сделать, залить. Я про это и забыл совсем. Так что сейчас немножко начну долбать там.
посмотрю, как пойдет процесс, что вообще из этого получится. Ну, как бы плохо, что... Хорошо, что трубу мы спрячем, а плохо, что здесь направляющие. Сейчас бы тоже так направляющие сделали, вот как там, видите, пристенную. И отсюда вот так чпок, чпок, и стенка была бы готовая. Только нам осталось что? Купить гипсокартон и зашить. И все, и процесс пойдет. И, кстати, зашили бы и инсталляцию поставили. Инсталляцию не ставлю, горшок. Потому что здесь, я не знаю, какое расстояние будет. Здесь будет два слоя гипсокартона. Два слоя, повторюсь, гипсокартона. И тогда можно будет уже без плитки, там, ну, накинуть что-нибудь такое, там, сантиметр плитка это вот. И уже ставить горшочки и справлять нужду. Все, пока я буду заряжать перфоратор, там, подолблю немного и покажу вам, что получилось. Что, господа, крушим, крушим. Смотрите, я здесь болгарочкой такое выпилил. Поставил. Хорошо, что болгарка, покупайте, если есть, с оборотами. Я сделал меньше обороты, она потихоньку пилила, и пыли с таковой и не было. То есть она как бы как зацепляла и пилила, и драла, как бы драла. И вот, смотрите, я выдолбил, еще потом болгарку с этой стороны возьму, выпилю и дальше сделаю. Тут почти труба уже влазит. Вот такие дела. Он уже там насквозь выдолбил. До верха доходим и все. Это я сказал задачу нам на завтра. Завтра мы приедем с Женькой, потому что мне уже надо сегодня собираться. Так что все, видео подошло к концу. Не забываем ставить лайки, комментировать внизу, подписываться, конечно, и колокольчик оповещения, чтобы приходило наше прикольное видео. Смотрите, уже начинается эта отделка, самое интересное. Так что с вами был Макс Мастер, спасибо за просмотр, пока.